Здравствуйте! Любите держать красивую посуду на виду? Значит, вам понравится наша вешалка, держатель для любимых чашек. Ее мы и изготовим. Первый этап броширования. Для него нам понадобится всего лишь вот такая железная щетка. Она вообще используется для того, чтобы убирать ржавчину с металла. Суть процесса в том, чтобы вынуть с верхнего слоя древесины мягкие волокна. Тем самым создать более интенсивный, красивый рисунок и текстуру дерева. Процесс занимает много времени, но, как видите, он того стоит. Теперь можно и красками покрыть. Чтобы не скрывать за слоем краски фактуру, мы разводим ее водой. Краска становится полупрозрачной, это то, что нам требуется. Вешалка будет разноцветной, а если вы хотите однотонную, можете взять морилку, она даст тот же эффект. Для каждой доски предусмотрен свой цвет, но все они составляют единую гармонию. Я выбрала гамму кофейных напитков, даже названия оттенков вызывают желание заварить себе чашечку кофе. Коричневый, кофе с молоком, тирамису. Акриловая краска быстро сохнет, поэтому пока мы докрашивали последнюю доску, первая уже высохла, и мы можем все вскрывать лаком. Теперь приступаем к декору. Я вырезала буквы из старых обоев. Это название моего любимого напитка. Вы можете выбирать свои. Чай или компот подойдет. Украшаем вешалку компакт-дисками. Я заранее нарезала их на произвольные кусочки. Закрываем ими шляпки гвоздей. Нам поможет клеевой пистолет. Согласитесь, невероятно удобный инструмент. Как же я все-таки благодарна цивилизации. Иначе нам с вами, как древним людям, сейчас пришлось бы делать клей из отвара костей рыб. Или того хуже, из смолы. Первоначально им склеивали только всякие предметы утвари, как мы. Пока мы клеили диски, буквы высохли. Теперь мы можем закрепить их лаком. Вешалка почти готова. Осталось вкрутить крючки-саморезы. Это не самый простой процесс, но я думаю, что справлюсь. Такой предмет интерьера станет находкой для тех, кто любит коллекционировать чашки. Знаю таких немало. Среди моих знакомых даже есть кофеманы, которые подбирают чашку под текущее настроение. И, наверное, у каждого есть любимая кружка, с которой мы практически сроднились и которой ни с кем не хотим делиться. Такая должна красоваться на самом виду. Вот и все. Я думаю, если ваши чашки поселятся на такой чудесной вешалке, пить из них будет еще вкуснее.